Ой, да похуй, блядь, нахуй, а поставим, блядь, эти провода корни. Короче, крекер, бери форму полицейского сейчас, ты заебал меня, находить, ходить. Что с радиацией? Я не ошибся? Не ошибся насчет нее. Представьте, вот себе зам отделения, вот Демидович. Блять, сидит как бы в городе у себя, он должен знать. И, блядь, посылает целую нахуй армию, просто был банально целую вооруженный сил штат, а проверить радиацию, блядь. И он не ошибся ли я случайно, прикинь, эвакуацию уже проверили, такой, не ошибся ли я случайно, блядь. Бери скин копа пароли, который у тебя скин. Ну, по гражданский скин. Ганы. Теперь мы выключай клист. И бери ган. За собрание. Значит так, езжаем сирена 1, то есть у нас включена сирена без мигалок и проблесковые маячки. То есть сирена 1, чтобы она просто сверху. То есть сейчас какой-то пиздец происходит, кстати, поэтому. Еще не в штате, а в городе. Так что делать будем? Просто патрулируем в обычном штатном режиме. Civilian down, Айдвуд, газ. Прибудут союзники и раненый человек. Район. Айдвуд. О, блядь, тут умирают нахуй люди. Почему? Блядь, чувак стоял, умер, Айдвуд, газ. Тут, блядь, походу реально заражение. 10-4. Может, типа мод вписанный? Нет, не в мод. Может, кто-то со снайперки посмотреть, нет такого. Никто не писал с этого канала. В моде этого не может быть. Так, О4, это ООЦ процесс. Да, я знаю, обида ебаная. Блять, сука, Ахиллес, ты понимаешь, что нету первой станции, это лодочная станция, придурок ты ебаный. Ну хватит ставить 1 на 3, это лодочная станция, я. Бывает только 2L. И вторая станция. 1L это лодки. Ты, блять, хочешь сказать, крузер лодка у тебя, блять? Води нахуй поплывешь.
Вояки по городу, а где конкретно? Хочу увидеть их. Ну, дошло, блядь, наконец-то. Неужели? А где вояки? Я хочу их увидеть. Если нас вояки будут шотать, я пиздец, я, блядь, орать буду нахуй во всю гору. Да, я заметил. Короче, если я просто буду считать, что в штате какая-то террористическая угроза, там типа как КТО, но, блядь, если они скажут, что зомби-вирус, нахуй, или радиоактивность, я и попросят там, например, перекрыть город, борты поставить, нужна помощь, я просто пишу, блядь, вот, сейчас пошел нахуй. Я не буду играть такой РП. Знаете, на ОСРП такая хуйня была, метеоритный дождь. Вот это было реально классно. Где? На ОСРП. А, да. Там охуй, там я смотрел видео? Короче, там смотри, ты когда едешь по городу, по всему городу, блядь, абсолютно по всему городу, вот ты едешь по городу, да, прямо тебе, блядь, на ебальник падает, может упасть метеорит горячий. И от этого аж маппинг меняется. То есть метеорит упал, машины начинают подлетать, и земля трясется, и там прям экран вот так бррр, дрожит, пиздец как. И, короче, там маппинг меняется, то есть там земля проламывается, здания падают. Там это очень грамотно сделано. Вот если такая хуйня будет, это было бы интересно. Ну, блядь, зомби-вирус и радиация в Лос-Анджелесе, я не буду играть. Если бы еще был, ну, она была вписана в мод, то можно еще подумать. Фух, потно я лекцию провел. А. Дима, привет, Дим. Привет. Ты в курсе, что меня кобзоны вообще не допустили? Круто. А? Круто. Это печально. Я 2 часа, короче, ждал в этой комнате ожидания говядой. Ну, Вадиму кричал, типа, братан, что здесь, что за терки? Вот, ну, короче, поставили до Архена, потому что он видосики мутит. Я немножко обиделся. Ну, и так я попал в кадр. 10:57, ведем преследование за, блядь, каким-то непонятным черным транспортом. Блядь, не знаю, марка у меня, моделька, находимся в районе Коммерц. Движемся, Гринвуд, Гринвуд, черно-белый Гринвуд, движемся в южном направлении, в районе Перстень, или направление на западное, а по левую руку у нас, блядь, сам ПРП, блядь, это гостиница, на правую руку ОСПД. Заехали в район Литл Мексика, проезжаем Алахамбру в районе Айрвуд, или направление на северное, движемся в сторону Глен-парк, проезжаем под 125-м, Булаем, ну, белым, проезжаем посадки на бульвар. Правую руку у нас скейт-парк, по левую высотное здание. Заехали в район Глен-парк, здесь 6 сменили направление на восточное, движемся в районе Даунтауна. Сменили направление на южное, движемся в районе Коммерц. Проезжаем по переулкам в районе Коммерц. Так, я врезался в него. Срочно требуются юниты, блядь. Он уже почему-то дымится. Так, сменили направление опять-таки на западное, движемся в районе Айдвуд. Так, плавно съехали на, точнее, резко съехали на южное направление, проезжаем Айдвуд Газ. И направляемся в сторону Айпицы, 10-4 заехали в сторону Айпицы. Проехали Айпицу, находимся в районе Гентон, рядом с Гентон Гам. 10-4 проехали Гентон Гам, а возможно заедет на Грув Стрит. 10-6 сменил направление на южное, находимся в районе Виллфилд. По левую руку здания, по правой по Акимбелл, точнее Бургершот. Проезжаем по... Выезжаем на 425-й... 10-6. Сменил направление на северное. Блять, аккуратней. Сирен 1 пропиши, а то у тебя сирены нет. Слышь, сирен 1. Там, пацан, круто. Так, заехали в район... Гэнта, находимся на Грув-стрит.
выехали на, блядь, 125-й в хайвей в восточном направлении. Проезжаем над Андрес Авеню. Проезжаем над Посадина. Ой, блядь, еще одна машина. Так, едем по встречке. По правую руку. Блядь, где юниты, сука, уже сколько едем, блядь? Одного только детектива увидел. Охерест, блядь, выехал. Ты чем там занят? Движемся в южном направлении в район Улитого Мексика, кружим по одним и тем же районам. И направление на западное. Ой, ебать, тут пиздец, шотфайр военный. Так, отменяю погоню. Ведется шотфайр по военным, а идут газ. Побежали за этим. Кто, военных убивать, да? Не военных, а шотов. Со спиддаун. Военные вообще в ахуе, наверное. Кмерии! Они написали Кмерии! Да ладно. Код 4. Так, за этим починиться. Ну, блять, вы пиздец, вы такие, как погоня длится там минут 900, бля. Сука, что ты делаешь, придурок, блять, АЗС нахуй взорвал. А погоня, блядь, длится минут 5, блядь, 2 юнита едут там. Один юнит ехал, детектив помогал, блядь. Как только остановились, сразу, блядь, все. Ну, видишь, время, блядь. Все на разных концах. Почему они так быстро съехались в одну локацию за одну секунду одновременно, а, блядь, когда ну, погоня... Ну, потому что это... неслись. Блядь, шотфайр. Открываем огонь. Полностью поебал прям огонь, блядь. Шотфайр, код 3, Айдвуд пицца, срочно. Сливаем. Со спикдаун. Минус один. Где второй? Рэкер за ним бежит. У меня 2000 минут, нахуй. Второй офенс. Воу, блядь, код 3, блядь, тут вообще пиздец у этого, у мэрии. Тут шотфайр полнейший, военные расстреливают всех. А всем юнитам к мэрии, тут 10-40, большое скопление военных. 10-4. Так, все встаньте за мной в колонну одну, крузеры переставьте. А, сука, ёбаный... А, не врезался. О боже. Что делать будем? Сука, что это такое? Дурдом. Как-то постараемся перекрыть дорогу тут вообще полностью. Ставьте крузер рядом со мной, вот где я поставил, вот так вот, равномерно. Да-да-да, вот так. User joined your channel. Контролируем ситуацию. Все юниты, абсолютно все. Код Zero, мэри. Прикиньте, моя. Так митинг. Скотт тут. Скотт. Короче, Ковинского, все знают. Так, я пока полубортиков расставлю рядом с крузерами. Ну, типа так можно. Что у вас тут происходит? Это капец.
Мне так. Блять, вертолеты летают, блять, охуенно. Мой премьер перевернули и взорвали. Короче. Перевернули, вот он стоит. А, нет, взорвался. Дай мне сказать, пожалуйста. Лидер ЛСПД теперь Ковинский. Я тебя не перебивал. Благодарим. А он военно неадекватный, машину бьет. А Хиллерс тут? Да. Слушай, Лекс Свит 179 ID вот сказал то, что ты ему просто так подбежал, дал две звезды и хотел убить. Нет, я был на Экороне, он пытался меня убить. Я убил его, потом остальные отстеки меня убили. User disconnected from your channel. Вся ситуация. Да. Накидывал ему звезды, когда он был без сознания. За перепарку. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, шотфайр. Где именно? Вот-вот-вот, Мэтью Корона. Нужно держать полизора. Че это так до хрена, а? Или нужно оперативку покупать. Узнаем, какого хрена они тут делают. Ахиллес, офник лист. Ахиллес, офник лист, это у тебя, блядь, палево. Все клисты офники. Так а чё, отбой? Ну, погоня там сидела. Не, у нас тут ЧП, короче, у мэрии. А все в скинокопах подъедьте, короче. Обычные копы в форме. Что там за ЧП? Да, я не знаю, военные собрались, эвакуируют. Постой, постой, постой. Блять, военные взяли таксиста, толкают, охуенно. Сука, лопата, лопата сбил. Как будто в России была российская армия. А кто свободный юнит может на вертолет сесть? Бля, смотрите, что эти приматы делают, сука. Давайте я на вертолет. Вот ей-богу, блядь, вот... Блядь, сейчас бы миниганы. М4 все. Короче, один военный стреляет и с тазера его, в него. О боже. Идиот. Все копы в цепь встаньте. Только небольшой это, блять, дистанцию сделаем. Примерно вот такую. Да нет, тут еще полторы минуты, нихуя не будет, поедем. Ну а хули тут делать? Стоять все. Постой, давайте мы Ирию черканем, что там вообще происходит. Птичка в воздухе. Так, в мэрию зайдите.
И он наест. Какой ид у на Санкинге? У кого? А, там никого. А, мэрия пустая, там ничего нет. Нет. Я сейчас форму сменю. Какую? ФБР. Ну, у меня она рабочая. Блять, это мэрия такая, в ее без сейф встала, типа мы их защищаем. Они такие видят, копы, блять, решили в центре встать. Голова Пентагона, что, блядь? Ну все, наверное, я думаю, что отбой-то надо. Вот, все, так, все, код 4 сегодня свободный, это аж отец, тут делать нечего. Все, можем разъезжаться, тут делать нечего. 4. 10-4. Я смог, о да. 10-4. Я был О1. Я нахожусь на одним нарушителем, он между домами находится. Между домами? Район Газы. Да. Люди, ПО-1 можете входить в Линкольн? Вон, он бежит к Эльханду сейчас, он бежит к заправке. Заправка? Ну, заправка, вон, перебегает дорогу, дорогу перебегает. Возле Хаммера. Ага, вижу. Забегает, пробежал заправку. Он заправку. Все встаньте у двери. Готовимся. А вот, я за ним бежу. За мной, встаньте. Я за ним бежу. Маркет, встаньте. Так, он трое спрыгнул вниз, успех. он встанет. А, вниз, блядь, а кто в здание забежал? Так, Фокстрот, бежим. Он в туннель, в этот, да туннель. Да сука, блядь, ДБшек. Негр черный, в туеровках. Бегите, я крузер возьму. В яму падай, короче. Я вон бежу. Бегу. А если что, разрешается давить это по РП можно. Это копы Алекс давят. Нит. Блять, это гильда. 183 чит. Спидхаком меня только что толкнул. Мне туда направо надо было. А кого там, блять, бортует? Не затем поехали, блин. Да он шутер. Гильда 183 чит. Бежим обратно. Бля, Джеймс, сори, но я забираю только напарника. Крекер. А, окей. Ой, кик. Бедный пончик. Бывает. Ну, на Глимпарке его нету, все, чё, не толпимся, как бы, ну, район разыскали, в других районах ищут. 10-4. Автомобиль в розыск, чёрная Елегия, Фултюн. Двое пассажиров. Точнее, один водитель, один пассажир. Я правильно сказал? Да, короче, парни, я... Да. Я лофаюсь на 20-30 минут купаться иду. Окей, давай. С легким паром. Хотя не, рановато сказал. Ну да, когда выходит, выигрывает. Самое главное, что я теперь ПО-1. Блять, 20-30 минут купался. Он чё, блять, дрочит там, что ли? Подождите. 10-4. Элегия или Супра? Поёт Супра. Элегия. Фултюн. Точно Фултюн? У нас просто один сотрудник, детектив на ней ездит. На не Фултюн, а обычная. А вот нет, я на Султане. Так Султан или Делегия или Супра? Требуется подкрепление к Альпице.
какого черта кунг-фу касается сквербоя? Подозреваемый дальнобойщик. Ведь серьезный это наш. Он, походу, просто третий выговор. Охрененно просто. Так ему что ничего и не сделаешь. Шотфар, Грустрит. Не вижу откуда. Сзади. 10-4. Рядом с этим, блядь. С пивным баром. Бегают по переулкам, ясно. Одел маску, ясно. Фокстрот, банихоп, ясно. X3, блядь. Движемся в северном направлении, заходим на мост. Куда на альте, блядь, пошел? Отойдите его, ё-моё, что вы тут церемонитесь? Отойди, рэкер, от него, так близко нельзя стоять. Ну, на РП достали главный, блядь, ты хочешь... Ну, блядь, ну, Биндер неинтересно. Отыгрывать каждое действие, блядь, мимо моргнул глазом. Он пишет фрапс, охуеть, блядь, какой ужас. Это азер не надо отыгрывать. Окей. Блять, скажите этому Джеку, чтоб отошел нахуй. Чем он мешает средств? Отошел. Боже. Матом не ругайтесь. Поменьше мат. Кобуры, блядь, Ричард, не пиши уже ничего, этот НРП. Со мной еще разберутся. Джек Нит, крутой чувак. Во, куда, куда с М4 идет, блядь? На офицера шотфарш, открываем огонь. Со спикдаун. Все, имеем право, вторая поправка, блядь, все законно. Представь большую игру, офицеру все убили, блядь. Жалоба будет, нахуй, кину профу. Не похуй. Все, 10-6? Или что? Ну, давайте. А, я понял. User да. Joined your channel. Тут пунчик стоит, блин, Сузи, нормально? Так сзади его повалите. А, все. Я его обучился, у него ничего нет, как пускай. Маску сними, снимай, чё? Смотрите на крышу дома, Алекс Нит. Нормально стоят, блин, смотрят. Шутер. Им попкорна ещё не хватает. Шутер. Ебать! Шутер. Да-да-да. Ты можешь с тобой перейти в другой канал, перетереть? Не, я занят. Ну, блин, на два слова, реально. Блядь, напиши мне в этот, блядь, в игре. А, окей. А что вы делаете? У нас тут на Грустрит ДМ был, сейчас разбираемся. Хватит мне. А, окей. Окей, сейчас я приеду тоже. Банчата причина мусора. Да, хули он пишет мусора. За такие мусора и снарядов голову не жалко. Окей, Хирис. Жди в участке, а я зайду за тобой. Окей. Ну ладно, я уже... Не уехал. Обыск, не обыск. Вы, если найдете наркотики, то сообщите, окей?
Или с вами. Ну что она здесь делает? Она бы еще проехалась по нему. Ты посмотри, что Алекс с ним делает. Давай человека в машину, в крузере сядьте, чтобы они не респанулись. User disconnected from your channel. Шутер, нужна помощь еще на круге? Да. По какому ходу ехать? Два. Окей. 10-4. Может, на мотоцикл лучше сесть, а не этот. Ну это как хочешь, мы тебя не насильно все равно держим, ты очень хочешь. Не, он просто от мотоцикла как бы будет полезнее, мне кажется. Смотрите, блядь, на этих ашотов нахуй. Сука, ну НРП, блядь, какой побежал от офицеров? Так, сейчас дайте звезды, выдам уж тварь. Убивайте нахуй на НРП, ебаный. ПГ, блядь, плюс на НРП. Куда, блядь, сел в машину, что, блядь? Чё, охуели? Сука. Блядь, какого хуя, блядь, 160, грубая на НРП полнейшая. Репорт пишите. Какой, 160? По району Маркет. Свернули на запад. Так. Опять свернули. Движемся на восток. Значит, так. Въехали в район Коммерс. Направление у нас южное. Движемся в сторону мэрии. Вон впереди. Свернули на восток. По правую руку мэрия, по левую департамент. Ди 4 прям. Да не. Въезжаем в район Айдол. Кричи, чтобы остановился. Восточный. Кричи, чтобы остановился. Бомж. Значит, мы... Движемся вдоль ЖД пути и въезжаем на Эль-Корону в район. Движемся к Эль-Короне. Сменим направление на южное, движемся все еще к Эль-Короне. Въезжаем в район Эль-Короны. На респу приехали? Да, вот они, справа. Зеленый гринвуд. Бля, Женя, лагаешь, пиздец. Воу, проехали. Это не тот, это саванна. Нам нужен гринвуд. А сейчас будем двигаться к станции Юнити. Нихрена там крузеров сколько наших. Так, возьму координацию, движемся по району Айдову, направление восточное. По правую руку Айдову пицца. Значит, въезжаем в район Гэнта, направление по-прежнему восточное. Сменили направление на западное. А, нет, на север. Движемся в район Ист-Лос-Сантос. По железнодорожным путям. Думаю... Въезжаем в район Джефферсон. Да, въехали в Джефферсон, направление по северное, все движется по железнодорожным путям. Может быть, бортанем его? Не надо. Так, сменили направление северо-восточное, въехали в район Лас-Калинос.
Проезжаем район желтый. Двигаемся к пляжу. Так, преступник врезался. Я не спал. Так, он фут. Саспект он фут. Саспект в воде. Расстреливайте его. Ловите его. Отыграйте то, что схватил и там. Хадсон сказал, можно расстреливать. Суд решил, да? Да я дал уже. Давайте еще все готов. Все, посадили его. Ага. Шикарно. Сейчас, сейчас Дим заберусь. Ебать, код 1040, оружие двое. Код 3, тут дохера оружие. Тихо, подачи. Район. Шотфайр. Как читать? Район сказал. Грув стрит, говорю же, кольцо не падает. Там сейчас Нида зайдет вам, вам на катер. Мы слили человек 10 нахуй. Уебу. Да, первый один, по-моему, говорим. Ой, блядь. Разъебался за гараж. Сдохни уже, Женя. Блядь. Блядь, что мне со звуком какие-то дети, блядь, орут такой. Ган. Ух ты, вот это пончик. Рон, зайди его. Нахуй. Давайте штурмовать дом, давайте дом штурмовать. Да не, забей, не надо. Не надо. У них оружие было, вы что, слепые? Ни в коем случае, парни, блядь, такая война начнется, ебать, вам это надо? Ну ладно, сорян. Ну у него оружие было. Да хер с ним, уезжайте. Этим даллам ничего не докажешь, ну это реально, это такой факт. Короче, такой смотрю, думаю, может квадрат Малевич поставить, думаю, ой, блядь, нету бога, и решил, и там видео такая хуйня замылить. Иди проживай, иди проживай. Женя, что-то со временем понял, что твой голос похож на голос этого Мендозы, ну, еврея. А, блядь. Да, согласен. А чё так? Чё ты так решил? Возьми проблемы себе. Лёня. А чё ты так решил, что на голос Мендозы похож на меня? Да похож! Не знаю. Сидел кучу раз в скайпе, короче, не говорят, что ты такой опыт. Юда, можешь еще кое-что передать? Одна такая идейка для ПД. Саня, Я писал две темы, даже, по-моему, три, ее, короче, игнорят, там, не апают. Такая хуйня просто, вот, знаешь, Икар Сиган, да? Вот у него такая херня, что он находится по центру Курузера, что противоречит реально. Он, по идее, должен находиться справа, снизу, вот, чуть-чуть правее там, блядь, буквально. Так, да, значит, да какая у нас... разница? Пускай так будет. Пусть, нормально. Так, значит, у нас 10:57. Винсент, преследуем голубой клуб. Направление у нас восточное. Предположительно движемся в Алькарона. Да, наверное, выезжаем в Алькарона. А, нет, движемся по направлению к Юнистейшн. Да, северный, на север. По правую Алькамбра. Руку сейчас Алхамбра. Так, нет, свернули на восток, движемся в районе Айдол. По правую руку 24:07 газ. Свернули на юг, движемся в южном направлении. Так, вот вы не вписались. Он движется в район Алькарона. Блять. Свернули. Так, вас. Сверну. Нет. Движемся по-прежнему на юг. Ахиллеска лист выключи. По правую руку Алькарона. Так, дальнобойщик нам немножко помог. Он заезжает в район Алькарона. Так. Свернули на запад, движемся. В район Ocean Dogs нет, свернули на север, движемся по направлению к району Айдо, направление северное, голубой клуб.
По левую руку Idlewood GS. Он, блядь, он офнулся, или что? Хорошо. А, нет, не офнулся. Делите координацию там, кто? А, беру координеры, на себя движешься в район Першинг Сквер, в западном направлении. Сейчас будем проезжать мэри по левую руку, а по правую руку полицейский департамент Лос-Сантоса. А, 10-4 проехали мэри и департамент. Заезжаем в район Верона Бич, в западном направлении. По левую руку респа бичей на этом. На Сан-Барпе. Вот это координация. Движемся по южному направлению по 425-му Саус, вроде, если ничего не было. А что ты любят воду, а что ты любят воду? Расстрел за тупость. Айди скажите. Я не знаю, какой айди. Он уплывает, блядь, пиздец. Скажите айди. Он уплывает, чё, как я за ним уплыл? Маска? У него вроде Лукас какой-то был, да? Да-да-да, чё такое? Ничего не вижу. Чё даже айми работает, поплыл. Пацаны. Блядь, поплыл вообще. Лукас Барнс. Куда ехать? Починиться на пейнспрей, как и Сент-Мари. О-о-о-о-о-о-о. По координиру какая-то, вот как ДСБшник, пожалуйста. Там ты подъезд. Там ты подъезд. По координиру. Ты не салюзан, но ты не салюзан, но ты не салюзан. У нас домик попал бывать. Еще координиру, короче, все время вот так и все. Ой, да ну нахуй, меня вырубали. Я заболел, нахуй. Ты куда ты едешь? Ой, дурак, сейчас ДЭ, сейчас ДЭ. ДГДЭК. Зачем ты, блин, провоцируешь их? Вот объясни. В смысле провоцирую? Я просто поражаю мимо. Включи фары, чё? Без фар ездишь. Ой, блядь, забыл. У меня фара не включается. Чё, охуел? Сука, маслёнок. Вообще выговор был все, по идее. Ну я его сниму. Быстро! User joined your channel. Кот, три люди с оружием, Гэнта. Ща, я не включу. Передо мной не виляете у меня, они, пацаны. Куда, блядь? Медики с пистолетом. Боевые. А знаешь, они ко дню защитника штата готовятся. Блять, патроны кончились. Тут пончик бежит в дом за стволом, мне его слить? Давайте штурмовать дом. Дай патроны, дай патроны. На что, на М? На все. 10-4 вычели с напарником Бекер Вашингтон. Гентон, Грув Стрит. Сейчас будем штурмовать, ребят. Тут, короче, завалили. Роберт, даю только М-ку. Окей. Погнали за скином сватов. Тут бомж, пацаны, тут бомж. Тихо-тихо, все остальные, да нет, подъезжайте на Грув Стрит, сейчас будем дом штурмовать. Всем да юнитам, котиру. Парни, блять, вам делать нехуй, сейчас столько вони нашли. Не надо, гомос. Блять, ну ладно, поехали. Да пошли шо вы нахуй все. Ты где гилды? Да, тут я. Минус один нахуй, слился, сука. Ты где, дурак? В здании ебашу. Дурак, дурак, блять, нахер оттуда сказали, блять, еби. Я одного сливаю, забираю его ган. А, нет, у него АК. Минус второй нахуй. Дебил, блядь, это СК. Всё, пошли. Гилда, напиши скайп в Виспер. Я скопирую, потом закину тебе запрос, скину все. Рекер, садись. Ну, смотри, что скинуть. Ну, аимчик. Вот на юнит. Блядь, Женя, у тебя есть дига? У меня вообще его нет. Не, у меня тоже. У меня там вообще чуть-чуть.
Вот за этим ты хочешь поехать? Сейчас, стой. Ведем преследование за красным самваном. Двигаемся на восток. По левую сторону, по левую руку стоянка с механиками, таксистами. Сменили курс, движемся на запад. Сменили курс. Нет, это не он. Это не он. Вот они. Вот это скажите район. А, 1057 Виктор, район Джефферсон, зеленый Пикадор, открыл огонь по шинам. 204. А, остановитесь на железнодорожных путях, по правую руку находится гараж. 1 юнит требуется. Рун-дун-дун. Надо на этом гараже вообще порядок навести. А что это, блин? Напишите. ССПД машины, ЛСПД. ЛСПД машин нет вообще. Берем то, что есть. Вот, нужно поставить, что только были ЛСПД. Ну вот. Там ССПД поставить где-то. Нахер сюда, Демидович, блядь, прилетел, нахуй тут нужен. Нахер нам вообще нужен. Положил руки за голову, но сначала поднял их. Тихо, я говорю ему, что делать. Скажи, чтобы он маску. Рейкер Вашингтон и Ники Блич. Ой, Билч. Как по моей команде, подходите и одеваете на него наручники. Рейкер одевает наручники, Билч помогает ему. Просто накидывается весом. Маску снимите. Приступайте. Мы прикрываем. Сейчас пончик такой с вертухи, как в матрице. На. Белыч, садись на него, как бы сверху. Там что за хуйня? Не понял, что он стал. Все, не целимся. Так, Билч, можешь отходить, Вашингтон, проводим первичный обыск. То есть просто карманы его проверяй, там оружие и наркотики. Рэкер, умеешь, да? Своих вызвал в чат. По карте видите, они что-то бежат там. Куда? Куда? Опа. Стоять. Оп, случайно стрелял. Я не вижу.
50. У него М4 где-то, спрашивайте у него. Она к северу, справа от железнодорожного пути, какой-то клоун бегает. Возможно, будет бегать. Сука, бестолочь ебаный, иди нахуй отсюда. Скажи ему это, войси. Если он тупит, то давай я через команду забираюсь. Ладно, он понимает, что, блядь, оружие, во-первых, надо носить в кобуре, либо в футляре. В футляре. А вот, он, даже если нет, за что его арестовывать, мы провели обыск, мы нашли М4, он сам сказал, что у него нет лицензии. Вот и все, где он взял? Нелегально он ее достал, вот и все. Уже статья. Медика убили. Медика убили сзади. Вон эти ебаны, блядь. Расстрелил. Тихо, тихо, тихо. Я побежал за пончиком. Пизда в машине. А Рекер и Гудман, оставайтесь тут. Все остальные бежим за ним. В здание забежал. За здание забежал. Ага. Влево, да? Влево или вправо? Да, вот сюда иди. Все, заходим. Тихо, поднимаемся наверх. Они меня не обгоняют. Аккуратно действуем. Да, аккуратно. Либо в один из номеров зашел. Да, и закрылся. Он не мог зайти, потому что они закрыты. А вдруг он тут, а его номер? Ну че, тогда пизда, ну. Я вернусь туда проверочку. Сука, он вышел в гараже через машину, он через гараж вышел, он быстро на улицу. Ой, блядь, я в текстуру упал. Он через гараж выбежал, у меня патроны кончились. Рекер, давай в нашу машину его веди. 5 часов я подъеду, ждите. У кого есть аптечка? Ну все, Ган забрал. Ган забрал, все, веди его, короче, за нами. За мной. Не отвечай ему вообще ничего, просто за мной веди его. Поймали его. Бля, ребят, у меня вообще все ганы кончились. Кого есть? Могу дать дингл. Могу дать дингл. Дайте, пожалуйста. Это где? Я сейчас подбегу к вам. Вот я. А что с медиком делать будем? У кого там план? А ты где? Я рядом с машиной зеленой. Скажи свой ник. Давай.